Всем привет, меня зовут Лилия Бойко, и в этом видео мы сделаем распаковку моих посылок из Америки. Я покажу, что сколько стоило и почему намного выгоднее заказывать в американских интернет-магазинах, чем покупать те же бренды с бешеной просто наценкой у нас. И, надеюсь, замотивирую вас тоже покупать там. В Америке я покупаю преимущественно аксессуары, так как с одеждой можно прогадать с размером. Ну а сумка, обувь, ремень – это просто беспроигрышный вариант. Итак, что мы сегодня будем распаковывать? Это сумочка Coach. По-моему, это единственное, что я купила без скидки. Она мне просто понравилась. И, в принципе, для Coach стоимость $200 – это, наверное, стартовая. Это очень качественные сумки и довольно дорогие. Ремень Michael Kors с пряжкой Michael Kors. Я его взяла за $30 с большой скидкой. И я на самом деле была поражена, насколько дорогие брендовые ремни. Например, Gucci вообще около $1000 один только ремень. Ну, даже сумки, мне кажется, примерно столько же стоят. Две пары обуви. Здесь сандали для Марка, для ребенка, и мюли мне. Это на лето, но цены были хорошие. Бренды, в принципе, Чак и Кристин Кавалари, Чейниз Лондри, я не знаю, но это я заказывала в Nordstrom Rack, и это аутлет от Nordstrom'а. Огромная сеть магазинов, где ну, только премиум бренды продаются, так что я уверена в их качестве. И сейчас покажу вам модель, они просто шикарные. Мои мюли стоили $30, или 40, 30, да, а эти 20. И помню, там была бесплатная доставка от $50, тогда в Nordstrom Rack это было еще перед Черной пятницей, обычно от $100. Поэтому чисто, чтобы добрать до бесплатной доставки, я взяла вот такую соломенную шляпу на лето за, угадайте, сколько? Ладно, я же не услышу, за $3. Ну, $3, да, это сколько, 75 гривен, но это вообще ничего. Ну, и доставка стоила бы дороже, чем $3, если бы я ее не докупала. Так что сейчас будем все распаковывать вместе, смотреть, и я вставлю чеки, чтобы вы видели, сколько я сэкономила на этих покупках. Итак, начнем с обуви, а сумочку и пояс, мои самые долгожданные покупки, оставим на десерт. Вы только посмотрите на эту красоту. Ну, реально, шик, блеск, гламур. Внутри и снаружи кожа. Все выглядит, по крайней мере, очень качественно. И всего за $30. Ну, это практически бесплатно для таких ярких мюлей, которые, ну, станут акцентом базового образа, и я уже не могу дождаться, когда придет лето, и я смогу их носить. Очень крутые, ну согласитесь. Дальше предлагаю распаковать вот эти босоножки детские. В принципе, в своем заказе на $50, куда вошли босоножки, мюли и шляпа, я в основном хотела мюли. Ну, а это докупила уже просто, чтобы, ну, не просто одну единицу доставлять из Америки, а целый заказ сделать, ну и бесплатную доставку до $50. Это вот такие сверху тряпчаные. Ну, кстати, вот эту Чака фирму я помню еще с Америки. Тоже, ну, выглядят довольно качественными. Подошва такая ортопедическая на резине. Ну, мне кажется, очень будут хорошие в носке и выглядят тоже довольно стильненько. Так, шляпа, конечно, такая огромная, что ее сложно даже в кадре уместить. Я, конечно, не знаю, насколько она будет удобной в носке, но, знаете, за $3 можно ее просто оставить после первого отдыха там и чисто для фоток сойдет. Дальше предлагаю открыть пояс. Когда заказываешь в Америке, это, по крайней мере, гарантия того, что вещь не подделка, потому что у нас можно нормально заплатить, а потом окажется, что это просто качественная, если еще повезет, реплика. Так что здесь, ну, все штрих-коды и так далее. Сейчас
примерю на себя. Я, кстати, как раз вот этот удлиненный свитер, его хочу носить. Единственная у меня была проблема с размером. S, XS, вообще ремней очень мало, так что я взяла M. И, в принципе, на самом деле вот здесь вот, вот эти дырочки, но я специально взяла с этими заклепками, подразумевая, что смогу вот так вот застегивать просто на первую заклепку. И он так вот как раз идеально и подошел. Вот, кстати, нашла, что он стоил $58, то есть, получается, я его купила со скидкой 50%. Так, ну и последняя – это сумочка Coach, так что сейчас будем раскрывать. Оказывается, неправда, я сказала в начале видео, ее я тоже купила по скидке. Видите, стоимость была $350, а я взяла за 207, по-моему. То есть, ну, тоже приличная, 40, наверное, процентов скидка. Здесь, видите, все качественно закрыто. Итак, вот сама сумочка, очень так добротно выглядит. Здесь съемный длинный ремешок. Она довольно вместительная по сравнению с другими моими сумками. Смотрите, здесь прям такой довольно широкий отдел, отделение. Есть на замочке, есть еще дополнительный карманчик, плюс сзади есть карманчик для телефона. Надеюсь, видео вам было интересным, как я заказываю, в каких магазинах ищу и так далее. Полностью весь процесс я снимала в другом видео, ссылочки я оставлю под видео. Там есть две части, от А до Я, прям очень-очень подробно я рассказала. Доставляю посылочки из Америки я уже много лет через компанию Pesoto. Они дают адрес склада в Америке, который вы забиваете в магазин при оформлении заказа, и часто даже бесплатно отправляют прямо из магазина на склад, а уже потом Pesoto направляет вам в ваши страны напрямую. И доставка длится 2-3 недели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте, и до встречи в следующих видео. Пока-пока!